Сергей Цыганков дал такой комментарий. Мистические силы не являются духовными. Демоны тоже могут владеть ими. Если, знаете, вот, опять-таки, как бы сказать, строго, духовный мир, мир духов, уже духовный мир, мир духов. То есть здесь мы взаимодействуем с миром бесплотных, бестелесных существ. И все различные феномены этого, так сказать, духовного мира, а их очень много, воспринимаются по-разному. То есть одни какие-то там, ну, будем говорить, знаете, как вот, как в жизни. Есть занятия, которые полезны для вашего, для вашей жизни, а есть бесполезные занятия. Но тем не менее вы тратите на них время, вы тратите свои там силы на это. Ну, например, просто-напросто вы смотрите там телевизор, какую-нибудь развлекательную передачу, ну, развлекаетесь. Так точно и в духовном мире есть такие вещи, благодаря которым вы совершенствуетесь. А есть просто-напросто, ну, что-то там такое, как вот различные феномены проявляются, как говорят, вот если духовный путь сравнить с дорогой, то вот эти феномены, как цветы, которые растут по обочинам дороги. Или еще что-то там лежит такое, знаете, ну, то, что привлекло ваше внимание. Вот, поэтому. Мистические силы и прочее. Это все, так сказать, феномены, я считаю, я опять-таки не навязываю, духовного мира. Но существует, как бы сказать, вот то, что вам нужно, а существует то, что, так сказать, вот, что может увести в сторону. Ну, допустим, мистические способности искать там клады. То есть человек уходит, как бы сказать, вот в область, а общаться с умершими там, еще что-то там, что-то такое. Ну, много, короче, чего есть, но важно для себя определиться и работать в таком направлении, чтобы вы чувствуете, что это способствует вашей жизни, вашему продвижению, росту вашего, значит, сознания, самопознания, ну, в некоторых случаях даже и материальных вещей, но вот если строго брать, вот эти все, знаете, забота о физическом теле и материальных благах, это есть не что иное, как, согласно учению древних христиан, это уход от истинной дороги. Ну, это для нас. Сейчас редко кто отказывается от материальных благ. Он хотел бы их соединить, чтобы духовные блага были, и материальные, и так далее. Ну, закончим на этом. Опять-таки, Сергей Цыганков спрашивает, хорошая идея. Становится интересно, что такое смерть? Что такое смерть? Опять-таки, знаете, я буду ссылаться на самого себя, поэтому у вас может быть все такие различные, так сказать, интерпретация этого явления. Это окончание жизненного цикла, во время которого, вернее, после которого разрушается тело, разрушается душа. Душа существует больше тела, но тем не менее, как интересно, Блаватская Елена говорила, развоплощенная душа. То есть душа без тела – это развоплощенная душа. Она существует некоторое время, потом тоже распадается. А все, что надо
от этой жизни было взять, все это переходит в дух. И там вперед между смертью и будущим воплощением идет обработка вот этой информации. И с учетом уже наработанной этой информации, дух, можно так сказать, пускает луч на то, чтобы была новая жизнь, то есть построить душу, построить тело под какую-то задачу в следующей жизни. Я лично так понимаю. Опять-таки, каждый понимает это по-своему, и я думаю, он прав. Так, а вот Сергей Секандов, он говорит так, малахаевная смерть – это смена тела. Ну, в принципе, смена тела и души. Опять-таки. Что у нас меняется? У нас, естественно, да, меняется тело, и у нас нету сознания. Как я для себя выяснял, сознание образуется. И вот это сознание-то как раз мы и считаем душой. Ну, это, так сказать, как повелось с тех времен. Ну вот, пожалуй, и все. Смена тела, тело смело. Смотрите, вот такой комментарий или же просьба от Галины. Знаете, вот я расцениваю это по-детски наивный комментарий, а вернее просьба. Итак, Галина пишет. Паркинсон недрожательный, шаркающая походка, слюнотечение, слабость. Что делать? Такой вопрос, что делать? Ну, читаем дальше. Что делать? Ну, предварительно это замечание, я просто вот ответил так, заниматься собой. Так, у лекарств противопоказания, дальше продолжает. У лекарств противопоказания. Снижают давление, у нас низкое, увеличивают мочевую кислоту, и так высокое, и так далее. Мужчина 77 лет. Диагноз поставлен недавно, перенес ковид в 2021 году, после этого выявился Паркинсон. Он выявился Паркинсон. Так, что делать? Знаете, что я ответил? Это к врачам, они же лечат. И дальше добавил, знаете, я ничего подсказать не могу. И я считаю, что ответил правильно. Вот что я буду этому 70-летнему мужчине, который, ну не знаю, он сам мыслит или не мыслит, кто-то за него. То есть, его самого поразила болезнь. Значит, что надо сделать? Самому человеку и задуматься. А как вот, жить мне дальше или не жить мне дальше? Или 77 лет, да, отличный возраст вообще-то. Что делать? Ну, ладно, что делать? Вот, смотрите. Обратился, как всегда, обращаемся к врачам. Вот это вообще такая сложная вещь, да? То есть идет обследование человека. Назначается там на основе этих сдачи обследований и анализов лекарства. Далее, значит, врач смотрит, как эти лекарства действуют, не действуют, так вот, что делать, тем более вот какие-то противопоказания имеются, которые снижают давление, значит, надо что-то там поднять, или еще увеличивается мочевая кислота и так далее, и так далее. Вот весь этот комплекс как-то надо решать. Поэтому здесь, скорее всего,
мужчину ложат или кладут в больницу, и там начинается, он лежит на коечке, врач за ним наблюдает, делаются анализы, значит, назначаются лекарства и смотрят, как это идет лечение. А здесь же просто, что делать, знаете, вот так, наивненько, что делать, только бах. И тут, допустим, вот Геннадий Петрович, вот что-то он начинает там говорить. Такое этакое. Советует. Там, либо лекарство одно, либо не лекарство там другое. А совет простой. Надо было за своим здоровьем заботиться гораздо раньше вот этого всего состояния. Глядишь, такого бы и не было. И я болел ковидом, приболел. Ну вот у меня, ну, я там и помладше там, скажем. Хотя есть люди и помладше, которые и не пережили. Так, если вот, знаете, просто вот рассуждать вот эту вот ситуацию, что я бы там сделал то-то, 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 то-то. То есть практически то, что изложено в книгах. Книги не хотим читать, даже не хотим слушать то, что я надиктовал уже. А кто будет заботиться о вашем здоровье? Ну вот кто будет заботиться о вашем здоровье? Если не вы сами, если оно вам не надо, и вы, нажив вот эти все эти как бы состояния, пытаетесь переложить их на другого человека, и чтоб он еще вам гарантированно что-то сделал. Поэтому вот это такой наивный, знаете, посыл вот ребенка, вот что там сделать. Заботиться о своем здоровье. А для этого надо уделить часть своего времени на изучение того, как это надо сделать. Обижайтесь, вы не обижайтесь. В конце концов, человек страдает сам. И не ищите виноватых. Вот, кто-то ищет виноватых, а как же так вышло, а как же это вышло. Вот. Интересная мысль, да, которую я развил. Итак, к врачам, они же лечат, они этим делом призваны заниматься. Вот и скажите, что у нас то-то, рота то-то, что-то там. Это мы поднимаем, это мы там снижаем, это мы там укрепляем. Значит, слюни, чтобы не было слабой, чтобы росла. Здесь, я думаю, помогла бы и гравитационная гимнастика. Есть! 540, есть, как она брякнула хорошо!